Далее в нашей программе поединок с участием Мурата Дирекчи, а также Энрико Келла. Энрико Келл, вот он. Молодое дарование. Молодое, я не побоюсь этого слова. 18 лет парнишке вышел в ринг биться в боях каотик на жизнь и на смерть. И вы слышите, как приветствуют его зрители. Но соперник у него сегодня будет что надо. Вот я говорю сейчас о везении. Мурат Дирекчи, известнейший турецкий файтер. Уж сколько он повидал на профессиональном ринге и не счесть. Но я все-таки расскажу, пока Мурат Дирекчи настраивается на этот бой. Обращается наверняка к Всевышнему, чтобы тот помог ему в поединке. Итак, 31 год Мурату Дирекчи, 175 сантиметров его рост, 72,5 килограмма вес, как раз уложился в лимит своей весовой категории. 82 поединка, 69 побед, 11 поражений, 2 ничьи у Мурата Дирекчи, его соперник. Боец муай-тай, 18 лет, 72 килограмма вес, 177 сантиметров рост, 38 побед, одна ничья, 3 поражения только. Итак, Мурат Дирекчи. Бился он с Ауладом Эль-Хаджем по кличке Питбуль. Выиграл у марокканца. Победил он Вильяма Диндера. Побеждал и Гагу Драго. Выигрывал у Альберта Крауса. Выигрывал он и у Юрия Меса по кличке Акула. Уступал Артуру Кишенко из Украины. Также проигрывал и Гагу Драго. И, соответственно, Шахину Ауладу Эль-Хаджу уступал Мурат Дирекчи. Но это все было в основном в боях по версии It's Showtime. Это очень хороший, между прочим, турнир по кикбоксу. Довольно высокого уровня, очень интересный. Там проходят достаточно зрелищные поединки с участием топовых бойцов. Но пока давайте смотреть. Ой-ой-ой-ой-ой! Вы смотрите, что творится! Вы смотрите, что творится! Энрико Келл роняет Мурата Дирекчи! Фантастика! Открывает счет рефери. Это невероятно. Вот это неожиданно. Ну, просто, наверное, потерял равновесие. Турок бельгийского происхождения. Родился в Бельгии. Мурат Дирекчи. Очень сложная судьба у этого парня. Сначала у него умерла сестренка от болезни еще в раннем детстве. А потом погиб старший брат. Его учитель, друг и наставник. Погиб старший брат в автокатастрофе, который его готовил ко всем боям. И с тех пор, как правило, носит на шортах его имя. Мурат Дирекчи сейчас повернется, если к нам передам Мурат, мы увидим наверняка его имя. Да, написано Эркан, это имя брата Мурата Дирекчи. И вы посмотрите, что творит Энрико Келл. Я глазам своим не верю. Я никогда не видел, чтобы Мурата Дирекчи так избивали. Говорить о каком-то недонастрое я не могу, потому что Мурат Дирекчи слишком опытен для таких детских ошибок. В размене пока что турок проигрывает. Отличная скорость у немца падает. Энрико Келл, здесь не было никакого нокдауна, разозлился Дирекчи. А нет, открывает? Открывает счет рефери. Ну что же, оставим это на его совести. Продолжается этот поединок. Очень, очень интересное начало. Я бы сказал, неожиданное начало. Да, это уже личные мотивы Мурата Дирекчи. Пошли. Что это такое? Какой-то, с позволения сказать, щенок по сравнению с Муратом Дирекчи позволяет себе такие вещи. И снова оказывается на полу Мурат Дирекчи, тут же поднимается. Сейчас у Дирекчи только одна задача – втоптать, вмять соперника в ринг, и падает немец. Ого-го! Аплодисменты! Ой. Поднимает руку Дирекчи. Сейчас Энрико Келл стал заложником своей же прыти. Разозлил он турка. Хочет залезть на голову своему сопернику Мурат Дирекчи, эту самую голову ему оторвать. И, конечно, ну тут получается столкновение бульдозера с легковушкой. Несмотря на то, что вроде бы по весу они одинаковые. Снова открывает рефери счет. Но вы сами понимаете возраст. Да, 31 год.
уже состоявшийся мужик, такой Мурат Дирекчи и пацан, по сути дела, 18-летний Энрико Келл. Конечно же, Мурат Дирекчи сминает своего соперника и покидает пределы, пытается покинуть пределы ринга. Энрико Келл благодарит Мурат Дирекчи своего более молодого соперника, но какое начало поединка предложил своему сопернику молодой немец. А вы видели? Улыбается Мурат Дирекчи. Действительно, он поставил соперника на его место. Давайте еще рассмотреть. Вот здесь абсолютно бесстрашно работал Энрико Келл без оглядки на защиту. Но с таким бойцом, как Мурат Дирекчи, так поступать нельзя. Вот так лететь с открытым забралом. Тут же в это забрало получишь. Что и получилось в итоге. Вот этот удар, посмотрите. Точно в челюсть справа. И разозлился, конечно, Мурат Дирекчи. Очень разозлился на молодого и дерзкого Энрико Келля. Воздадим ему должное еще раз. Его мужеству, конечно, можно позавидовать. Он бился до конца. Он сражался до конца. Но у него еще все впереди. И, может быть, он возьмет как-нибудь реванш у Мурата Дирекчи за это поражение. Но очень приятное впечатление оставил Энрико Келль после этого поединка. Настоящий молодец, у него действительно все впереди. С таким характером уж точно.